Ежечасно, ежеминутно благодарю я Бога за то, что Он дал мне веру в Него. Проникнуть в чужую, да и в свою жизнь до самой интимной глубины ее – для меня громадная боль. Но и наслаждение. Приятно вспомнить многое. И грустно, и как-то сладко погружаться в прошлое. Дорогая и хорошая моя мадемуазель Фанни, я никогда не покидаю мою фортепиано, которое так радует меня, когда я грустен. Поцелуйте за меня всех моих сестер, братьев и кузин. И скажите, что я не кушаю больше меда, потому что здесь, в училище, никто мне его не дает. С мыслью, что моя мать, которую я так любил и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда. И что мне уж никогда не придется сказать ей, что и после стольких лет я все так же люблю ее. Музыка – лучший дар неба для блуждающего в потемках человека. Я все более убеждался, что для меня нет другой дороги.
Вдохновение не посещает ленивых. Оно является к тем, которые призывают его. Медленно, тихими, но верными шагами слава придет, если суждено мне удостоиться ее. Могу, положа руку на сердце, сказать, что все мои писания пережиты и прочувствованы мной и исходят непосредственно из души моей. Дезире Арто – великолепная певица. У нас друг другу нежные чувства. История разрешилась сама собой. В Варшаве она влюбилась в баритона по делу и вышла за него замуж. Дорогой мой папочка, ваш сын задумал жениться на девушке бедной, но хорошей и честной. Я не могу решить, счастлив ли я или наоборот. Знаю только одно. Я совершенно не могу теперь работать. Мое душевное состояние тревожно и ненормально. Уважаемая Надежда Филаретовна, я стоял на краю пропасти. Вашей дружбе я обязан своим спасением и жизнью. Когда я сочиняю именно в тех местах, которые согреты вдохновением, я мыслями обращаюсь к вам, понимая, что никто так чутко не отзовется на них, как вы. Пересказать те неопределенные ощущения, через которые проходишь, когда пишешь сочинение. Это музыкальная исповедь души. И знаете, я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь. Я совершенно верю, что госпожа фон Мек больна и писать мне не может. Меня огорчает, смущает и, скажу откровенно, глубоко оскорбляет то, что она совершенно перестала интересоваться мной. Я очень счастлив с тех пор, как могу спрятаться в своей норке и быть всегда самим собой. С тех пор, как ноты составляют мое исключительное общество. Бог мой, какая непостижимая и сложная машина человеческий организм. Как не вглядываешься в себя, а никогда все-таки не разгадаешь причин всех разнообразных явлений духовной и материальной жизни.
слава. С одной стороны, я ее желаю, я к ней стремлюсь. С другой, она мне ненавистна. Я хотел бы, чтобы люди находили в моей музыке утешение. Но, увы. Думать, что когда-нибудь будут стараться проникнуть в мир моих мыслей, чувств, во все, что в течение жизни я бережно таил от соприкосновения с толпой, тяжело и грустно. А ведь на небе, может быть, не будет музыки. Давайте же жить на земле, пока живется.